Добрый день, меня зовут Клименко Александр, компания «Десно». Я расскажу как раз о внедрении. Ну, на самом деле, внедрение еще идет. Опыт говорит, что все замечательно, хорошо, еще рано. Я думаю, на следующей конференции, через год, мы уже расскажем, каких результатов достигли, как все хорошо, как стало лучше на предприятии. Пока идет только внедрение корпорации АЕС. Ну, корпорация АЕС – это американская компания, она владеет бизнесами, в том числе и в Казахстане. И компания крупная, она современная, использует передовые методики управления. И если я не ошибаюсь, в 2013 году было принято решение о внедрении ассет-менеджмента в бизнесах в Казахстане. При этом компания подошла грамотно, внедрение было оформлено в виде проекта, материнская компания, именно корпорация, для своих бизнесов в Казахстане организовала этот проект, были обучены сотрудники, ключевые сотрудники отправлены на учебу в Англию, там прослушали курс. Далее стандарты, которые применяются уже корпорации в других странах, они были переданы в Казахстан и переведены там на русский язык, разработаны необходимые документы, стандарты предприятия, инструкции предприятия. Постоянно проводится работа, проводятся совещания по ходу внедрения стандарта. И стоит цель к 2017 году, опять-таки, если не ошибаюсь, да, к 2017 году провести сертификацию по этому стандарту. То есть работа на самом деле большая, серьезная, рассчитанная на несколько лет. А не шутки. Сам проект, понятно, что стандарт ISO 55 тысяч, семейство стандартов ISO 55 тысяч, оно подразумевает, что на предприятии будет использована современная система управления активами, IT-система. Без нее удовлетворить требованиям стандарта, я полагаю, невозможно. Поэтому у нас с корпорацией АЕС были давние отношения хорошие, они используют наши продукты, еще старый ремонт-эксперт для управления ремонтами и обслуживанием оборудования. Когда было принято решение о внедрении стандарта ISO 55 тысяч, потребовалась модернизация IT-продукта, который поддерживает управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Ну, поскольку мы регулярно участвуем в конференциях, то мы знали, что стандарты, они актуальны. И как раз к этому времени у нас выходил новый продукт, TAIR 2.0 Corp, который проектировался уже с учетом этих стандартов, с поддержкой этих стандартов. Ну и было проведено экспресс-обследование, предпроектное обследование. Было определено, как надо адаптировать продукт по требованиям законодательства Казахстана, по требованиям корпорации АЕС. Далее стандартно потребовалось заново проводить, хотя в системе, уже в IT-системе ввелся учет оборудования, тем не менее потребовалось заново проводить паспортизацию оборудования, проводить более подробный учет и классификацию оборудования выполнять.
соответственно, понятно, обучать персонал новой системе, ее устанавливать и так далее. В настоящий момент, примерно через 2 недели стартует опытная эксплуатация именно программного продукта. Кратко о продукте. Сегодня еще расскажу подробно о TAIR 2.0. Я кратко пробегусь, почему именно он был выбран на данном проекте. Потому что была заложена поддержка стандарта в него. Есть стратегия обслуживания ремонта по состоянию, полноценно поддерживается. Очень гибкая возможность настройки, именно параметризации без привлечения программистов. Более 100 там, функциональных опций, например, в системе. Понятно, что разработан с учетом современных требований к интерфейсу и возможности работать с мобильными приложениями и так далее. Поддержка флагманского продукта 1С, он очень много где используется. В частности, в корпорации АИС, на казахстанских бизнесах используются тоже продукты. В качестве продукта управления предприятием используется УПП для Казахстана, тоже один продукт 1С. Соответственно, на предприятии были разработаны собственные стандарты, стандарты предприятия, 15 стандартов. Не все они поддерживаются именно информационной системой ТАИР, часть выполняется вне системы, поскольку она все-таки является предназначена для управления активами, управления там, ремонтом и обслуживанием оборудования. Они проработаны, они постоянно, они даже вот сейчас еще имеют не окончательный вид, все равно еще некоторые стандарты сейчас имеют там, 4-5 редакцию за 2 года. То есть они достаточно регулярно обновляются по требованиям там, бизнеса и по реальным результатам внедрения. Какие поддерживаются? Поддерживаются именно в системе 1С ТАИР, поддерживаются стандарты управления изменениями. Это все стандарты, которые именно стандарты предприятия, разработанные именно для него. Я полагаю, что формулировки могут отличаться от международного стандарта, от того, как они сказаны в международном стандарте. Соответственно, имеется там документ, который фиксирует изменения, позволяет провести весь цикл его регистрации изменения, его рассмотрения, утверждения и контроля исполнения далее. Понятно, управление рисками, оно раскидано по всей системе, задаются риски, и все действия и при планировании, при назначении ремонтов по состоянию учитываются, при регистрации и принятии решения о изменении, все они оцениваются с учетом рисков. Все активы, понятно, что по требованиям стандарта необходимо вести корректный учет активов предприятия, в том числе анализ критичности активов, сейчас они задаются в системе, и стратегию обслуживания. Понятно, как любая информационная система управления техническим, выросшая из управления техническим обслуживанием ЯМ-система, есть управление МТО, есть возможность управления, есть возможность контроля аварийного запаса запчастей и материалов, развитие отношений с поставщиками, контроль качества работы поставщиков. Соответственно, стандарт управления жизненным циклом тоже сейчас поддерживается системой. Имеются документы учета жизненного цикла оборудования, ведется перспективный план выполнения работ,
там, на 5 лет, и выполняется благодаря информационной системе, все, ведется учет всех затрат, корректный учет и полный, всех затрат на обслуживание оборудования. 12-й стандарт – управление документами информации. Тут тоже все достаточно ясно, что вся история сохраняется об оборудовании и об активах. Да? Соответственно, есть хранилище нормативно-справочной информации, из которых можно открыть из нужных объектов. Вся документация хранится. Ну, собственно, вот на данный момент все.